Я так понимаю, это был твой первый медосмотр. Ну, сейчас проходит в клинике у ГМК. Какие, да, какие впечатления? Ну, кстати, мне очень нравится, все организовано. Нет никаких. Стоять в очереди, занимать места и так далее. А как провел свое лето? С семьей, с друзьями, со спортом. На рыбалку ездил и раков ловил. И как успехи? Что самое большое поймал? Судака. На сколько? 1,5 килограмма. Угу. Не меньше 60. 60? Видишь, если меньше 60 крутишь, тебя ругают и током бьют вот по этим. Расскажите, как лето прошло? Как отдохнули? Да, в принципе, все в штатном режиме прошло. Дома в Омске был. Слушай, а я на Камчатку успел съездить. Да ладно. Да. И как там? Я ее не увидел за 3 дня. Ну ты хоть на морепродукты поел, наверное, нет? Так я же их не ем. Расскажи, как провел каникулы? Да все хорошо, отдохнул. Эмоционально и физически. А в хоккей поиграл или катался где-то? Поиграли мы в Челябинске на Кубке Победы. И как сыграли? Первое место заняли. Вы чемпион. По-другому не могу быть. С перерывом? Да как? Ну, прошел сборы, покатался немножко. Шайбочки побросал, побегал, велик покрутил. Штангу потягал. Покушал обязательно вкусно перед сезоном. Плотненько. Все, вышел. Ну, сейчас еще сборы, пройдем в Рефтинском. Думаю, нормально все будет.